Друзья, всем привет! Мы собрали ваши пожелания и приготовили для вас новый продукт. Это новый завтрак. Называется он «Праздничная суббота». Он совместил в себе все самые классные вкусы, которые вы любите. Это зерна пророщенного ячменя и полбы, шоколад, ядра семян конопли очищены и клубника и малина молекулярной сушки кусочками. Вкус и аромат потрясающий. Давайте я вам сейчас покажу, что там внутри. Смотрите, какая красота! Просто заливаете горячей водой, закрываете крышкой буквально на 10 минут, и ваш завтрак готов. Когда будете заливать горячей водой, обязательно воды лейте вот в уровень хлопьев не больше, потому что она вся впитается, и тогда завтрак будет как надо. Желаю вам всем приятного аппетита, кушайте полезные натуральные продукты с пользой.